все же улыбнусь. Пусть на свете все несовершенно, Воланд Иисус. К нам приходит как-то переменно, хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает зонт. Над землей ночь, как надзиратель, день закончил круг. Я уснул по-глупому, мечтая, мне приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Так вот и живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем, а потом удачу пропиваем, а мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле, в дверь закон Ньютона не пускает, бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса во мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Крылья за спиной, только лишь у ангелов бывают, я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывают, мне бы улететь. Край, где постоянно солнце светит, только где же он есть на этом свете? Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Спасибо. Я что-то вот подумал, когда пел, налетала только Маргарита. Думаю, да, Маргарита летала, вон она летает. Семикратная абсолютная чемпионка мира Светлана Владимировна Капанина. Я горжусь, что она пришла сюда с своим замечательным мужем Владимиром Степановым, заслуженным тренером России. Иногда мне говорят, там вот сегодня даже по телевизору слышал, пилатесса, там... Свет, ты уж меня извини, не знаю, для меня ты летчик и летчик, потому что вот 3 месяца не прошло, как из рук президента Российской Федерации она получила орден мужества, женщина, орден мужества. Наверное...
Я не говорю о том, что ее неоднократно представляли к высокому званию Героя России. Ну, может быть, это круче. Не знаю, для меня это круче. Это боевой орден. А Герой России у нас иногда дают таким странным людям. Иногда даже оптом.